Здравствуйте! Вы смотрите очередной выпуск «Бардачка», и с вами снова я, Александр Трепетин. На минувшей неделе случилось чудо. Сбылась мечта водителей, о которой «Бардачок» рассказывал не один раз. На перекрестке Гагарина-Одесская изменился порядок движения, и теперь поворот налево с Гагарина на Героев Сталинграда разрешен с двух рядов. На подъезде к перекрестку над проезжей частью появились знаки 5-18 направления движения по полосе. Над каждой из пяти полос свой знак и над двумя левыми рядами знаки, разрешающие левый поворот. Таким образом, теперь поворачивать на Героев Сталинграда по стрелке можно с двух полос одновременно. Тем самым решается одна из главных проблем перекрестка – длиннющие пробки перед ним из желающих повернуть. Нередко эта самая очередь растягивается аж до развилки. Надеюсь, теперь такое тут будет встречаться крайне редко. Все-таки пропускная способность перекрестка в сторону Героев Сталинграда увеличена вдвое. И без всякого ухудшения для других направлений. По крайней мере, теоретически. Три ряда вполне хватает для проезжающих прямо. Вернее, должно хватать. Ведь за перекрестком по-прежнему стоят припаркованные машины, нарушающие и требования знака, и запрет остановки возле разделительных полос. Потому крайний правый ряд я бы не рекомендовал занимать, подъезжая к пересечению. Потом все равно придется тулиться левее, втискиваясь в соседнюю полосу, чтобы объехать данных паркунов. Полиция почему-то на них ноль внимания. Впрочем, изменения рядности здесь не ограничились. Помимо знаков 5.18 добавился и знак 5.20, начало дополнительной полосы, информирующий о расширении проезжей части. Об этом все и так знали, но формальности должны быть соблюдены. Гораздо более полезным новшеством на перекрестке Гагарина-Одесская стало изменение режима работы светофора. Одного, пешеходного. Теперь красный сигнал пешеходам горит тогда, когда горит зеленый для выезжающих с Героев Сталинграда и с Одесской. То есть теперь пешеходы, идущие через проспект, не задерживают поворачивающих на проспект. То есть проезд в данном направлении упростился и ускорился. И если что и мешает теперь поворачивать на проспект Гагарина, то только одиночные олени, которым пофиг и светофоры, и переходы. Теперь о неприятном. Как уже не раз говорено, и в «Бардачке» в том числе, большинство водителей ездит не по знакам, а по памяти. Вот не знают такие, что теперь из второго левого ряда можно только налево. И из-за подобных ездюков перед светофором то и дело возникают конфликты с сигналами и матюками. Дурокопреклонство пока дело не дошло, но то и дело. Кто-то из незаметивших новые знаки начинает истошно сигналить, потому что перед ним стоит машина с включенным левым поворотником и на зеленый не трогается с места. Или наоборот. Такое же невнимательное чудо само мешает поворачивать законопослушным водителям, для которых включается стрелка. А ведь теперь проезд прямо из этого ряда – прямое и явное нарушение. Нарушение пункта 16.10 ПДД. Если мешает поворачивать другим, это штраф 425 гривен. А если сам проехал прямо из второго левого ряда, то это нарушение требований дорожных знаков и штраф 255 гривен. Вот только во втором случае нарушителя наказать не получится. Как, надеюсь, известно большинству водителей, если знаки установлены с нарушением действующих стандартов и правил, то водителя нельзя наказать за нарушение требований таких знаков. А в этом месте, увы, новые знаки стоят с нарушением. Согласно ДСТУ 4100-2014, знаки 5.18 должны устанавливаться не далее, чем за 100 метров перед перекрестком. Здесь же больше 300. Неудивительно, что многие попросту не обращают на них внимания. Уж очень заранее они установлены. Надо бы их метров на 200 вперед перенести. Ну и повторить снова, еще метров через 50, для особо невнимательных. Вот тогда нарушителю от штрафа не отвертеться. Пока так. С вами был Александр Трепетин. Увидимся. Ни гвоздя вам, ни жезла. We'll be right back.